Показываю. Можно я? Ой, Сай, я хочу вот так, чтобы мы сделали. Нет, ну, зачем так? Подножку вот, вот так. Вот я хочу, как мы сделали. Ногу подвигаю. И раз, вперед. Чисто. Пожалуйста, стенка шедрявная. Вот он минут. Шофер. Раз, два, два.
дергать сюда, сюда. И можно зацеп отсюда делать, зацеп отсюда сделать. Подсечку, переднюю подсечку, заднюю подножку, переднюю подножку. Сейчас бросок через плечо. Даже можно делать мельницу, такую, где нельзя брать ноги. Защищаясь, можно брать ножки. А чебонятство? Чебонятство. Но чебонятство я не разрешаю делать. А потому что они... Нет, потому что надо хорошо делать кувырок. А так можно? Вот так сюда. Вот. А что отсюда делать? Как надо? Голова. Да. Я ехал на Байкале. Сам. Куда? Сам. На Байкале. Да? На мопеде? Задом наперед? Я на мопеде ездил один раз задом наперед. Не на мопеде, на машине. На мопеде там проехал чуть-чуть. Интересно. Значит так. И еще раз. Посмотрите внимательно, да? В цене приза. Передняя подножка. Движение. Раз, два. И руками скручиваем. Да? А зарините. Еще раз. Движение. Раз, два. И руками скручиваем. Только можете? Становитесь, да? Мы должны выйти. Поклониться. Ручки ставишь. Я беру заклад. Он берет ответный заклад. Раз. И лоб. Фронтально. Стойку фронтально. Ножки шире. Фронтально стойка. Посмотрите, видите моя нога где? Между ног. Что я делаю? Руками. Хоп. Видите? И раз его наклонил. Ногу ставлю в сторону. И вторая нога у меня. Хоп. И передняя подножка. Еще раз. Просто вы уже пропустили немножко. Еще раз. Значит, захват. Да? Нога между ног. Делаю раз. И ногу. Хоп. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Миша, как туда? Сюда. Нет, выйдите вон туда. Все остальные встали. Можно я? Артем, пока садись. А, вот Вика у нас. Вика очень мне нужна. Нужна Вика. Все разговоры. Так, Марик, Данила, сюда. Я первый. Так, ты идешь с ним. Приготовились. Ты пока посиди здесь. У нас Ниша, двигайся туда. Вон туда, вон в ваше место. Итак, первый делает Вадим, первый делает Мариус, первый делает Миша, первый делает Миша. Ну раз все Миша, значит Миша. Миша. Аджан. Андрей Небаус. Артём, иди сюда. Да, вы можете взять его туда. Да, вам надеюсь. Можете здесь, можете там. Тогда вон туда, садитесь. Вот все, смотрим. Миша, а ну покажи. А ну, Мишенька. Есть. Не спешите, спокойненько. Вправо. Миша, пошел. Молодец, Мишуня. Есть, умница. Так. Так. Раз туда подальше. Хорошо, Мариус, Гене. Так, сейчас иду. Смотрим. Вадим, ты делаешь или нет? Руками. Колик. Делает. Еще раз.
Туалет. Так, Миша, не лазится здесь. Так, все подписали кимоно или нет? Да. Я проверю, у кого не будет подписано. Так, я не понял, Миша, Андрей, вы работаете или нет? Давай. Есть умница. Молодец, Андрюша. Коля. А ну еще раз. Хорошо. Миша, не стоит ничего. Так, пошли. Еще 2 минуты. Вот так, молодец. 2 минуты еще, первый номер. Давай, Даник, покажи. Мишенька не вижу. Покажи еще раз. Вот сюда, Мишенька. Да, показывай. Оп. И пошел. Оп. Миша, смотри, как ты делаешь. Ты стоишь, а вот так вот просто выглядишь. Ты поверни. Хорошо? Давай. Лицом ко мне. Повернись. Смотрите еще раз. Вот так делаем. Раз.
два, три. Теперь другой ногой. Уно, дой, третий. Пошли. Левой ногой, правой ногой. Еще раз. Делаем не просто так, а вот раз движение. Пошли. Уно, дой, третий. Другой ногой. Уно, дой, третий. А теперь делаем так. Раз. Раз, два. Раз. Уно. Дой. Три. Уно. Дой. Три. Уно. Эй, Артем, становись, делай. Укрепно, да, делай. Уно. Дой. Три. Уно. Дой. Три. Уно. Дой. Три. Берем захват, ноги шире. Нет. Я беру захват. Ты берешь ответный захват. Так? И отсюда. Оп. Все, пошли, разобрались на пара. Первый номер, я считаю, второй не бросаем. Броски. Вы сюда. Вадим, что ты не делаешь? Бери его страховку. Покажи. Уно. Боже, у нас очень интересно. Приготовились. Давай. Отсюда. Оп. Три. Не надо разговаривать, кто делает. Патро. Приготовились. Чинс. И падай сам. Шестер. Миша. Сюда. Посмотри, Миша, поверни спиной. И шахты. Пригодяшки. Оп. И последний раз. Ну. Хорошо. Приготовился второй номер. Артем. Мальчик, сейчас я дам курс, покажете ему правильный сапог. Правосторонний, левосторонний. Высокая стойка, низкая стойка. Средний, да? Как правильно захват и правильно. Приготовились. Второй номер. Уно. Стой. Приготовились. Приготовились. Андрей, иди и дальше. Андрей, дальше туда здесь решайте. Андрей, ты меня слышишь? Дальше туда будем решать. Миша, не падай просто. Андрей, поменяй захват. Шапка. Какая нога у тебя должна быть?
И поворот. Раз, два, три. Приготовились. О! Можете обзор. Три! Мишка, Миша, Андрей, Миша. Матвей. Миша. А что за цвет песка? Это что? А, блин, ты в сторону. Андрей. Так. В сторону. Вот так. А мы сегодня будем пороть. Хорошо. Сели туда. Значит, Артем садится. Все, вам спасибо. Так, Артем у нас садится. Так. Значит, правила. Есть правила, вы помните, да, какие у нас? Мы выходим, один партнер с этой стороны, один с этой стороны. Поклониться, берем заклад и боремся. Передняя подножка, задняя подножка. А задняя? Передняя подножка. Правильно, если ты так дергаешь, ты даришься головой в голову. Нет, я надо спеть, а пришли. Значит, еще раз. Обязательно лицо должно быть. За счет выхода. Мальчики, за счет выхода. Если можно, или туда, или туда. Посмотрите внимательно. Если вы, борьба с дзюдо. Посмотрите, борьба с дзюдо. Вы боретесь. Иди сюда. Мы боремся. Вот мы боремся. Вот за ковром боремся. Главное, чтобы одна нога хотя бы чья-то касалась ковра. Тогда мы без дзюдо считаемся все броски. Только если мы вышли за ковер, вот здесь не считается. Но если мы боремся, я просто выхожу за ковер, хожу опять за ковер. В этом случае клуб Тачу рефери дает замечание. Шито. И показывает. Вышел за ковер. Шида. Еще раз вышел. Он показывает. Шида. Это уже второе шида. Это уже 5 очков проиграл. Еще раз. Просто гуляешь. Нельзя гулять. Можно бороться. Ну, просто это одна нога. Если просто вышло. Хотя, помните, как мы, для того, чтобы у нас интереснее борьба была, да. Мы даем одно очко за выход. Да. Борьбе отсюда такого нет. Но я пока еще оставлю. За выход за ковер, одно очко, два очка, это победа. Если я вышел, ему очко, а если я его бросил, то победа мне. Падение должно быть на бок, на спину, понятно, да? Садись. Итак, приготовиться Миша, Андрей. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Сейчас, одну секундочку, сделайте. Что с тобой? У тебя штаны падают. Сядьте на колени, шестерки прижимай. Артем! Артем! Я не могу про них занять, потому что здесь громко говорить. Ну вот это. Это. Стали. Значит, по каким правилам боремся? Первое. Задняя подножка, передняя подножка, зацеп голени. Зацеп голени. Да, но очень тяжело его делать, зацеп голени. Партнер же на тебя идет. Одно дело, когда он тянет. И выход за ковер мы еще, потому что мы готовимся к соревнованиям, наверное, да, надо же проводить. Поэтому выход за ковер я буду пока считать. Пока считать. А потом мы уберем. Чем ближе соревнования, мы уберем. Потому что другие мальчики так не работают. Ре. Хаджин. Можно вытеснить партнера за ковер. Одна нога впереди только должна быть. Здравствуйте. Здравствуйте. Одна минута. Здравствуйте. Одна
Ну-ну-ну, а ты? В этот за ковер? Упал на колени? Один. Приготовились? Отжимаем? Кто второе очко получит? Головой не ударится. Миш, одна нога впереди, должна быть одна сзади. Приготовиться Марио. Нет, Вадим. Вы заправьтесь, чтобы вас заправить. Встань, заправьте. Вадим, встаньте, заправьте. Борис. Ну, кто же у нас? Здорово. Я когда зашел. Я когда зашел, Головой не ударится. Упал на колено, упал на попу. Это... Шина будет. Одно шина. Второе шина. Матя. Сюда, пожалуйста. Вадим сюда. Не выходи за ковер. Все время будь на ковре. Не выходи за ковер. Встань на ковер. Выход за ковер. Шина. 1-0. Отжим. Да. Тебе надо, знаешь, тихо.
Веронике нужно на ноги, на руки, когда легче было. Легче падать. Или везде, на боку уволите еще. На что пришли? Все, ушли. Разговоры. Знаешь, что смеется, потом сам попадает. Все равно, Миша. А, мы сейчас поменяем. Мы сейчас поменяем. Так. Вадим. Вадим идет с Мишей. Андрюша, ты на следующий план. Вадим, сюда. Рэм. Приготовится Андрей, Вадим. Чуть-чуть его.
прижми к линии красной, да, чуть-чуть прижми его. Нет, нет, вперед не надо, чуть-чуть красной линии, чуть-чуть. Видишь у него ноги? Матео! Матео! Поклонились. Так, я же сказал, разговаривать туда или туда. Ушли отсюда. Ушли отсюда. Ушли отсюда. Нет, выйди. Поклонились. Один раз, второй раз. Нет, выйди. Сказал, ушли. Нет, с той стороны. Так, Миша. Толик. Где Толик и Миша? А ну, Миша, соберись. Покажи, где Кустина мать. Да, Толик, видите, он что делает? Толик правильно. Мальчики. Мальчики правильно. Толик делает правильно. Он двигается. Потому что Миша большой, ему тяжело двигаться. Ре. Купон. Так. Артем, что ты там? Что у тебя? Встань сюда. Вика, встань сюда, разомнись. Где ты разомнись? Через 2 минуты вы поборете. Итак, на который приглашается? Я, Мариус Вадим. Вадим, Мариус, пожалуйста. С той стороны. Миша? Привет. Арджина? Вадим, Андрей готовится. Ой, один-один. Шида, Вита! Здравствуйте!
Сюда и наставим. Дальше. Что сидишь, продевается? Двигаться, видишь, что дрюка стоит? Двигаться, все время, право влево. Шина, второе. Победа. Миша, друг. Поклонились. Это, Артем. Куда? Сюда. Вытек. Нет, потом ты будешь выходить. Это. На ковер приглашается. Тихо. Вадим. Артем. Вы. Брос... Все аккуратно, чтобы он не упал на колено. Чуть-чуть вывез. Значит, смотри, какие правила. Упал на колено, шина. Вышел, шина. И бросок, и пол. Пожалуйста, не через спину с колен. Аккуратно, всех ты не пугай. Рэм. Приготовиться. Даня. Вика. Хочу. Нет, два. Шина одно, шина другое. Шина за выход. Мате. Мате. Держи двумя руками, закладывай. Просто аккуратное выведение. Право, влево. Ре. Аджуна. Приготовиться. Даник, Вика. Даник, Вика. Ты не проедешь так потихонечку. Раз, раз, раз. Возьми за палец. Выше. Раз, зацепчик сделай. Выведи. Я тебе дал маленького, чтобы ты размялся, а не проявился. Не, сейчас. Давай, потому что 1 минута и все. Смотри, чтобы он не ударился. Разверни. Вот, 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 тихонечко. Давай, 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 давай. Вот, и ложи. И пол. Все, все. Становись. И пол. Поклонились. Вика, Даня. Приготовиться. Пастухов с сырбом. Хаджи. Ре. Хаджи. Иди, пожалуйста, аккуратно. Поклонились.
помню. А сейчас жуткая схватка будет. Ника, тебе расскажу, что он делает. Он может сюда, чтобы ты головой не ударил. Да. Рэм? Дальше. Вот порядок. Защити свет. И сзади. Давай, давай, давай. Что за забор, а? Три слезов подвиг. А ну и молодец, умница. Давай, 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 давай. И козыри не выходи.